Здравствуйте, меня зовут Иванова Ирина, я редактор издательства «Северная сказка». Вот наши книги. За 2 года трудов мы издали 5 книг северных сказок. Мы небольшое издательство. Издаем книги на свои деньги, поэтому получается не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, мы не можем молчать. Наше наследие, знания наших дедушек и бабушек, тайны земли северной, которые нам известны, мы передаем в наших книгах. Книга «Наузы. Славянская магия узелков» задумывалась нами еще около 1,5 лет назад. Все это время мы вспоминали то, что знаем сами, советовались с бабушками, изучали этнографические источники, дизайнеры рисовали многочисленные узлы, и вот книга готова. 40 наузов, 40 волшебных узелков, что издавна вязали, да и сейчас вяжут в наших краях почти на все случаи жизни. Чтобы суженый явился, чтобы в семье лад наладился, чтобы любимый вернулся целый и невредимый, чтобы в путину дули попутные ветры, чтобы достаток в семье наладился. На все эти случаи вязали узелки наузы, шептали заговоры, надеялись и верили, что все так и будет. Это был большой труд. Дизайнеры очень много сделали для того, чтобы эта книга была красивой. Но эта книга красивая не только внешне. Заговоры, которые мы использовали в книге, уникальны. Это заговоры 17, 18, 19 века. К счастью, нам доступны фольклорные этнографические записи, которые были сделаны на территории Оланецкой тогда еще губернии в конце 19 века. Живая поэзия народных заговоров звучит со страниц этой книги. Что посеяно, то и вырастет. Что мы сейчас вложим, что мы сохраним из наследия наших предков, то и останется нашим детям. Присоединяйтесь к нашему проекту. Я благодарю вас.